А вот парламентарии Чебоксарского горсобрания депутатов только готовятся к очередному заседанию. Постоянная комиссия по градостроительству, землеустройству и развитию территории обсудила повестку дня. На ближайшем заседании депутатам предстоит утвердить отчет об исполнении бюджета 2013 и внести изменения в бюджет 2014. Кроме того, народные избранники намерены представить в Госсовет проект закона о статусе столицы. Помимо повестки, комиссия по градостроительству обсудила и профильные вопросы, в частности, итоги развития строительного комплекса «Чебоксар». В общем и целом, по мнению председателя комиссии Александра Андреева, зодчие успевают в ногу со временем, и по воду жилья мы по-прежнему держим лидер. Позиции. Однако есть проблемы и серьезные. У нас было выездное заседание комиссии депутатской, где мы объехали несколько проблемных объектов. Нельзя сказать, что они влияют в целом как-то на город сильно. Но, тем не менее, мы хотим некоторым застройщикам дать понять, что так, как они делают, так делать нельзя. Когда они получают разрешение и делают проект примерно на 100 квадратов, а строят место 100 квадратов на 350 или больше... И самое главное, что они строят без разрешения на земле городской, которая им не принадлежит. Просто самозахват реально происходит. И мы хотим пресечь несколько таких объектов, чтобы застройщики понимали, что так делать нельзя. Мы хотим обратиться сейчас и в Минстрой Чувашской Республики, в Архстройнадзор, в прокуратуру. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.